Здравствуйте, друзья. Я хочу поблагодарить нашего зрителя, который прислал ссылочку. И вот в ленте новостей мы видим, что... Ну, давайте я почитаю, я сам еще толком не читал. Значит, информация в этой секции относится к обработке требований для DV17 лотереи. И вот новость сама, значит, лотерея 2017. Она так называется, вот как бы разыгрывается в 15-м, просто название такое, не вникая в детали. Значит, онлайн-регистрация в этой программе начинается в четверг, 1 октября, в 12 часов дня, Eastern Daylight Time, да, значит, это 4, минус 4 от Гринвича, минус 4, так, и закрывается у нас, прекращается во вторник, 3 ноября, тоже вот в это же самое время. Так что, ребята, значит, вперед, значит, тут есть что-то еще ниже, ну, давайте я посмотрю, следующая новость какая, ага. Вот, значит, вот есть инструкции в PDF-формате по заполнению. Ну, давайте я посмотрю. Я вместе с вами туда забираюсь, значит, и смотрю. Вот она, инструкция. И давайте я не буду сейчас туда глубоко уходить, а просто ограничусь самим фактом того, что инструкция есть. Вот. И ссылочку дам в описании к видео. А дальше мы все внимательно почитаем, какие-то, может быть, вопросы будут возникать, и мы подумаем, как там и что. Ну, в общем, вот такая инструкция. Страна, фотография, все как положено. В общем, ребята, разбираемся. И я желаю успехов всем, кто примет участие. И я приглашаю задавать вопросы. Вот, может быть, прямо в комментариях там. Наверное, мы еще видео сделаем. Ну, в общем, вперед! Такой мой призыв.